Вы на канале Братья Чи. И сегодня мы начинаем цикл рассказов о вторжении пришельцев. Да-да, именно о вторжении пришельцев. Их попытки захвата Египта в 13 веке до нашей эры. Описано в загадочных текстах плит Астрака 1 и Астрака 2. И о том, как они уничтожили и отбросили развитие человеческой цивилизации на тысячелетия назад, вошедшее в официальную историю под названием «Катастрофа Бронзового века». Вот эти плиты и вот эти тексты. Начинаем! Поехали! Как мы уже много раз отмечали в наших роликах, мы являемся сторонниками теории поля контакта и постоянного вмешательства в поворотные моменты человеческой истории более высокоразвитых цивилизаций. И именно с данного ракурса мы будем рассматривать эту историю, сопоставляя факты и события, приведшие как к краху египетской сверхдержавы после Рамзеса III, так и к общечеловеческой всемирной катастрофе, названной историками позже как «катастрофа Бронзового века». Давайте же спустимся в его гробницу и послушаем эту интереснейшую историю. Позвольте представить наших главных героев, две плиты, найденные в начале 20 века и вывезенные англичанами в частный музей Эшмола при Оксфордском университете и впоследствии получившие название Астрака 1 и Астрака 2. Но когда египтологи расшифровали эти письмена, то прочли о масштабном нападении в 1203 году до нашей эры множество небесных огней на животных, людей и целое поселение с применением лазерного, погодного и гравитационного оружия. Но, так как книгу с копиями текстов с данных плит готовил и издал такой уважаемый египтолог, как Алан Гардинер, автор знаменитой египетской грамматики, то с его легкой подачи данные тексты были объявлены просто религиозными или магическими. Но как обычно, как все то, что не вписывалось в матрицу знаний египтологии начала 20 века. Кстати, вот эта книга, часть ее страниц. У нас в Москве она есть в единственном экземпляре в Государственной исторической публичной библиотеке, в которую мы обязательно заглянем. Может, нам удастся подержать ее в руках. Вот ее адрес. А если заказывать ее с сайтов, то нам выдали какую-то баснословную сумму в $814. Видимо, интересные книги стоят дорого. К чему мы это? А к тому, что эти тексты лежат практически в открытом доступе на страницах с номерами 7, 95, 174. И с 1957 года были перечитаны и проанализированы большим числом профессиональных переводчиков, ученых-египтологов, один из которых, Эдвард Макбрайд, не смог смириться с традиционной магической версией и в 1990 году, вернее в 1999, предложил прямую расшифровку записанных событий. Но к чему мы это все? А к тому, что прежде чем мы приступим к изучению документа, вы, мои дорогие подписчики, должны понимать, что первое, есть одна плита Астрака, которая сейчас лежит в запасниках музея в Оксфорде, и была вторая, уничтоженная при бомбардировке Лейпцига в 1945 году, так как немцы ее не отдавали Гардинеру.
Второе. Есть официальная книга Алана Гардинера со всеми рисунками и фотокопиями иероглифов и рисунков сданных плит, изданная в 1957 году. Третье. Мы все-таки смогли найти и скачать полную версию перевода Эдварда Макбрайда по текстам и расшифровкам данных плит, с его рисунками, набросками и мыслями по поводу того или иного трактования. Но, так как изначально это англоязычный документ, то нам пришлось все это переводить на русский язык. И мы готовы с вами поделиться всеми 85 страницами переведенных документов. И четвертое. В конце концов, есть египетская грамматика того же Алана Гардинера, где вы сможете посмотреть общепринятую расшифровку каждого иероглифа или текста. Но опять же, русскую версию также очень сложно найти. Но у нас она также есть, как и грамматика по иеротическому письму в русском переводе. Поэтому, дорогие друзья, мы готовы выслать вам все эти книги и первоисточники, если вы напишите нам об этом в комментариях и захотите провести свое собственное независимое расследование по расшифровке того, что же было написано на данных плитах. Ну а мы переходим непосредственно к труду Эдварда Макбрайда и его расшифровке. Итак, погружаемся в контекст нашей истории. 1203 год до нашей эры. Египтом правит сын Мирнептаха, фараон Сети II. Вот его статуя из Британского музея, а вот его мумия, ныне хранящаяся в музее цивилизации Каира. И в первом же отчете о данном событии описан ужас, страх и недоумение, свидетелями которых стало, внимание, половина жителей империи. Во втором отчете описана встреча писцов и жрецов храма Гора и Осириса, которые обсуждали последствия появления двух огромных небесных огней, которые наблюдались многими жителями Египта. А территория, над которой зафиксированы события, о которых мы расскажем дальше, составила примерно 700-800 километров. Как вы понимаете, оценить или описать произошедшее древние египтяне могли только через существующие в Египте религиозные представления. Также в отчетах фигурируют детальные физические характеристики и тот ужас, что творили с людьми и территориями указанные объекты. Еще раз, вот они, наши герои, задокументированные рисунки и надписи с данных плит. Эти отчеты содержат мельчайшие подробности, порядка 48 записей о произошедшем, с детальными описаниями, похищений и увечий людей, атак на города и храмы, и стихийные бедствия в виде наводнений или пожаров, устроенных этими летающими демонами Эсхака. И мы, дорогие друзья, делимся с вами дословным переводом событий, описанных на первой плите Астрака 1. На юге нашей империи Камте и в столице Уаст или Фивы уже два дня ходят слухи, как шепот потрескавшихся губ и беспокойство на палящем ветру. Наконец, вечером, восходы звезды Сириус, ознаменовавшего в Шемуте сезон наводнений, произошли все эти события. Писец Кайи, ученик Дома Жизни, храма Гора, сына Исиды, увидел это. Почти в то же время сделал это и храмовый служитель по имени Сет. Два ярких пронзительных огня неподвижно висели в ясном ночном небе. Двое молодых людей забрались на крышу, чтобы лучше их рассмотреть. Но не раньше, чем Кайи схватил свой набор песца, комплект чернил и масляную лампу, наполнив жаждущие чернильные лепешки, видимо, имеется в виду чернильницы. Вытащив две папирусные палочки, пока Сет зажег лампу, писец начал документировать на небольшом куске известняка все, что было перед ним. Сет дрожал от страха,
Его руки были подняты в испуге, словно чтобы скрыть сияние небес. Кайи записал все увиденное красными чернилами. Меняя палочки, он умело писал левой рукой все, что знал и что видел. При мерцающей лампе того, кого люди называли Эсхаком, новым узурпатором изменившихся небес, суперразрушителем или разрушителем, как подразумевало его имя. Подобно двум горящим глазам, эти огни не были похожи ни на какие другие. Они зависли неподвижно и угрожающе низко, прямо над горизонтом. Чувствовалось его присутствие, его горячий взгляд, словно затаившийся лев. Полчаса неизвестное существо не двигалось, затем неторопливо начало удаляться вдаль. На следующее утро Кайи передал записанную информацию храмовым священникам, которые поспешно созвали службу в задней части храма, возле платанов. Они помещали благовония, символические стрелы и оружие на покрытый льняной скатертью стол для подношений, смысл которых был полностью утерян писцом. В середине утра начали прибывать жители города, другие свидетели этого события на небесах, со своими лепешками та, в качестве подношений, в надежде умилостивить демона Эсхака.